Современный мир стал слишком серьезным. Никому не позволяют дурачиться и быть слегка сумасшедшими. Веди себя нормально. Ну что ты как ребенок? Не делай так, это неприлично. У каждого человека должно быть свое пространство, где он мог бы быть сумасшедшим, где ему не нужно было бы беспокоиться об окружающих. Вы только представьте, какое это напряжение, каждый момент думать о том, как я выгляжу и что говорю, удобен я для других и что обо мне подумают, если я сделаю какое-либо действие. Если человек сможет быть сумасшедшим полчаса в день осознанно, то в течение оставшегося времени он будет полностью психически здоровым. Он будет расслабленным. Безумие — это неотъемлемая часть человеческой природы, необходимая для равновесия. Когда становишься слишком серьезным, нужно немного посмеяться, чтобы вернуть состояние баланса. Когда становишься слишком напряженным, нужно что-то такое, что поможет расслабиться. На самом деле, существует много социально приемлемых способов, когда людям позволяют сходить с ума. Например, во время футбольного или волейбольного матча зрители практически сходят с ума. Даже глядя футбол по телевизору, люди сходят с ума. Они прыгают и становятся очень возбужденными. Иногда даже дикими. Но это приемлемо и дает им расслабление. Другими быть другим и собою дай себе. Песня «Вин-вин». Я считаю, что безумие дает человеку шанс быть по-настоящему живым. Быть честным с собой и с другими в проявлении своих искренних чувств. Быть расслабленным. Каждому нужен человек, который бы его любил, заботился о нем и был ему другом. Кто не превращал бы его в объект, а принимал его индивидуальность полностью, включая безумие. Понимал, что у каждого есть психически здоровая сторона и психически больная сторона. Темная и светлая, если хочешь. И это нормально. Вселенная создала нас именно такими, и в этом вся красота. В каждом тебе есть я, зеркальная копия и сама безупречность. Песня как мантру. Люби себя полностью. Слушай свое сердце, проявляйся в мир настоящем и наслаждайся собой в каждом миге существования. Будь счастлив.